Краснодаре по поручению Евгения Первышова усилят рейды по елочным базарам. В краевом центре уже начинают продавать салюты, хлопушки и бенгальские огни. Эта продукция должна иметь сертификаты качества, иначе неизвестно, как фейерверк поведет себя в самый ответственный момент. Пиротехника сомнительного происхождения чаще всего встречается как раз на елочных базарах и в торговых палатках с сувенирами. Евгений Первышов также потребовал усилить рейды по автобусам, в которых будут перевозить детей. На въезде в городе, конечно, необходимо, чтобы сотрудники ГИБДД в том числе и посмотрели на те школьные автобусы, на тех детей, которые к нам привозят на новогодние мероприятия. Еще раз говорю, все, что в городе, это уже наша зона ответственности, невзирая, откуда они к нам прибыли. Я думаю, что в принципе алгоритм мероприятий и действий, которые регулярно мы проводим, он у всех имеется. Все уже не первый день работаем, и все прекрасно для себя понимаем. У нас в этой части никаких сбоев не было, и мы в этой части отрабатывали на все 100%. Новогодние представления стартуют в Краснодаре 21 декабря. Всего в городе запланировано более 160 концертов, конкурсов и елок. В 45 храмах пройдут торжественные литургии в ночь на Рождество. И везде за порядком будут следить усиленные патрульные группы полицейских, казаков и народных дружинников, чтобы в Новый год, Рождество и святки праздничному настроению краснодарцев ничего не помешало.